Всем привет-привет! По традиции я записываю видео перед поездкой в лагерь. Сегодня 16 июня, около 3 часов дня. В 4 мы выезжаем на автобусе в лагерь. И, наконец-то, я жду этого, мне кажется, каждый год поездки в лагерь летом, потому что это какая-то вот такая вот легкая классная пора, когда ты встречаешься со своими друзьями и едешь. Это просто вау-вау-вау-вау. Короче, я очень жду. На улице дождик. У меня шишечка, вот такой вот лук. И мы едем. Весело едем. Бегите. Маркушка, тебе так на песне. Убейте меня. Всем привет, это мой волк. Сдоба. Сдоба спалила. На пол ружь. Нас сюда! Таща, аккуратно. Что мы только что сделали? Скажите, что мы только что сделали? Минус, мы разделили полотенце. Наконец, и мы вытащили разделили. У нас полил еще дождь. Мы вышли вот с таким вот. Нас заливает. Просто заливает. Это кто? Это я. Судьба твоя. Что не полотенцем в лицо. В этот день у нас было абсолютно неинтересное занятие, и просто посмотрите на наши лица, по-моему, все понятно. Давай такие вот пирожки. Okay. Сергей лучший мира папа. Тася. Маргош, приедешь в Велдык, папа? Да. Я вас ответил на заявки. Ты ответил на заявку? Да. Ура. Ой, Санечка, привет. Привет, Саня. Ребятки, у нас поднялось настроение, потому что у нас есть сахар и вот это вот. И все, жизнь расцвела. Такой. Реально. Кирильчик нам, в общем, дал сахарку. Ну, как обычно, спас жизнь. Реально. Кирилл, плюс вайп, если ты это видишь. Ставь лайк. Ставь лайк. Сейчас направляю. Спасибо, Лена. И огурец, и круассан на хабат поела сам. А что у нас две кастрюли? Имбуха. Оп-оп-оп-оп. О, вот это Красная башня. Поехали на Пизанской. Идиоты. Так, всем привет. Я продолжаю свой влог спустя миллиард дней, находящихся в лагере. Сегодня у нас фотосессия. Мы уже отфотографировали. Сейчас мы идем все снимать. И, скорее всего, в домике. Скоро у нас обед. У нас пошел дождь. Такой вот вайблог. Короче, мы сейчас поели, поспали. Передайте привет моему влогу. Это мои дети, я их вчера удочерила, усыновила. В общем, сейчас у нас будут казачки-разбойнички. Мы пойдем на казачков-разбойничков. Кто-то пойдет на осьминожку. Делать осьминожку. Но мы пойдем на казачков-разбойничков. Потому что у нас сегодня цель находить 300 тысяч шагов. Как вам такое? 300 тысяч шагов. 300 да, тысяч, при этом пойти на казачков. И сидеть. Да? Окей. Это Асмар. Всем привет, это Асмар. Итак, всем доброе утро. Помашите моему влогу. Помашите моему влогу. Сегодня у нас на завтрак кашка. Рисик. Конфетка. С волосами. Бутерброды. И чаёчек. Чаёк с килограммом сахара. Да, вот такой вот морнинг. Какой настрой у вас на день?
на день? А, мы будем бегать, кушать, да, и спать. А у вас? Да, все верно, я тоже на это настроена. Окей. Так, вот такой вот у нас байбок. У нас сегодня the last day of camp. Of the camp. Короче, последний день лагеря в переводике. И мы сейчас пойдем на занятия опять в столовую, потому что у нас там класс для вот занятия. Братья Люмье. У нас закончилось занятие. Было вообще неинтересно максимально. Мы сейчас идем обратно в домик. Идет дождь, очень холодно. Мы опять в столовой, только уже на обеды. Обеды. Мы дежурим. Обеды. Обеды. Как вам сегодняшний обед? Очень классно. Кто такой? All play, guys. О май гад, было. Это что, жирно, сочно, мощный бургер из столовой? Как вам? Ты будешь идти в дискотеку, да? Сюрприз. Окей, сюрприз. Как вас сделали? Окей. Интересная, веселая, порой немного грустная. Главное, поучительная.